На пляже «Ривьера» сегодня презентовали уникальное место для отдыха у воды – инклюзивный пляж. Здесь отдохнуть с комфортом могут и люди с ограниченными возможностями здоровья. Инвалиды-колясочники спокойно выезжают на песок, помогает вот такое покрытие. При желании можно отдохнуть на удобных шезлонгах со специальными матрасами или полежать на большой ортопедической подушке. А на вот этой, красной, можно и поплавать. Дорожка мне понравилась, но на песке она работает отлично, мне очень нравится. На камне вот есть вопросы, возможно подведет, надо проверять. А такое кресло-коляска помогло сегодня Светлане Бондарь из Луганска зайти в воду. Она смогла с комфортом искупаться даже в немного штормящем море. Новый такой машиноагрегат очень полезен нам, и красиво, и не страшно. Я желаю всем быть здоровыми и пользоваться тем, что придумали для нас очень грамотные люди. Инклюзивный пляж в Сочи привезли из Калининграда. Идею в жизнь воплотили активные общественники, представители организации инвалидов «Ковчег» за счет средств президентского гранта. Сейчас они в так называемой экспедиции изучают уровень доступности мест отдыха у воды в разных городах и презентуют свой инклюзивный пляж. У нас очень развита в этом плане доступная среда. И, конечно, каждый город, у которого есть городской пляж, уже считает себя обязанным установить пляж для инвалидов. Итого у нас в городе 5 таких площадок в области. У моря и одна прямо на озерах, внутри, в черте города. В этом году экспедиция уже побывала в 7 городах, в следующем году в списке столько же. По результатам экспедиции «Ковчег» решит, в каком из городов оборудовать такой инклюзивный пляж. Самому активному городу он достанется абсолютно бесплатно, его стоимость более 1 000 000 рублей. Ну а оценить комфорт места отдыха, удобного для всех желающие, смогут и завтра. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.